Оперативный штаб Чувашской республики провел антитеррористическое учение. Был отработан комплекс мероприятий по пресечению условного террористического акта на объекте жизнеобеспечения столицы. Осуществлена проверка эффективности тактических приемов в непредвиденных ситуациях. В учениях приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, органов государственной власти и самоуправления. Оперативным штабом отработаны действия, направленные на своевременное пресечение террористического акта и минимизацию его последствий. Поставленные цели достигнуты, отметили участники учения.